Киберпреступники продолжают обманывать потребителей, играть на доверии граждан и бизнесменов, придумывая новые схемы мошенничества. В последние годы объем таких правонарушений и утечек персональных данных достиг своего максимума. Но и российские банки увеличивают меры противодействия злоумышленникам, проводя лекции по безопасности для населения. Один из таких обучающих семинаров прошел в Одинцове. Сегодня мы рассказали о самых основных схемах мошенничества, о той динамике, потому что на текущий момент киберугроза реально растет изо дня в день. И задача рассказать о том, какими схемами пользуются преступники, что необходимо делать, что ни в коем случае нельзя делать для того, чтобы наши клиенты и их денежные средства были в безопасности. На встрече представили несколько видеофильмов о самых распространенных мошеннических схемах и порядке действия граждан в случае таких атак. Также спикеры ответили на вопросы из зала и наглядно показали, как пользоваться защитными приложениями и программами. У меня не высвечиваются номера телефонов. Потому что вы не подтверждали, да. Послушать лекцию о кибербезопасности мог любой желающий. Особенно это актуально для людей старшего возраста. Также на встрече присутствовали и сотрудники правоохранительных органов, которые в тесной связи с банками работают над предотвращением мошеннических действий. Со стороны сотрудников ВД проходит колоссальная работа по работе с населением, о предотвращении электронного мошенничества. Проводятся всякие различные лекции, вручаются листовки, проводятся работы с пожилыми людьми, потому что в основном пожилые граждане являются объектом мошенников. Но безопасность в интернете не имеет возрастных ограничений, и каждый может стать жертвой мошенников. Чтобы защитить себя от киберпреступников, необходимо регулярно повышать свои знания и применять их на практике. Полина Толмачева, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».